17 февраля в зале ученого совета Харьковского национального университета радиоэлектроники состоялась презентация образовательных программ Франции для студентов. Представитель французского национального агентства Campus France Ukraine Наталья Федоряк и директор Альянс Франция в Харькове Тимоте де Майяр подробно рассказали об особенностях поступления во французские вузы. Сегодня мы будем здесь объяснять в университете радиоэлектроники. Это обмен студент. Мы работаем под поддержкой посольства Франции и с организацией, которая называется Campus France. С ними мы поддерживаем студент, который хочет учить за границей и, кроме того, во Франции. Да? Система образования во Франции значительно отличается от украинской. В этой стране есть три вида высших учебных заведений – университеты, высшие школы и специализированные университеты. По программе бакалавра обучение длится 3 года, а магистра – 2. Во Франции нет вступительных экзаменов. Для поступления необходимо собрать требуемые документы и знать французский язык. Студенты Хнуре с большим интересом познакомились с образовательными программами Франции, уделив особое пристальное внимание информации об обмене студентами. В каждой стране есть что почерпнуть, и, возможно, украинские студенты знают что-то, что может быть полезно для Франции. Часто наши преподаватели ссылаются на книги, которые пишутся за границей на английском языке, и говорят, что там обучение проходит немного иначе. Там учат более обширнее тем темам, которые потом больше пригодятся студентам уже на производстве именно. Вот. Поэтому мне интересно. Любой опыт обучение или работа в другой стране – это интересно, это нужно, и, мне кажется, это довольно важные вещи. Я в школе еще изучал 6 лет французский язык, поэтому мне интересно данное направление – продлить свое обучение в Европе. Заинтересовались обучением во Франции? Более подробную информацию о том, как поехать учиться в Европу и какими должны быть дальнейшие шаги, вы узнаете на сайте агентства Campus France Ukraine и в группе «Академическая мобильность» Хнуре в Facebook. Я очень рад быть сегодня здесь, в университете радиоэлектроники, в первый раз. И я надеюсь, что это послужит толчком для налаживания связи между университетом радиоэлектроники и Альянс Франсез города Харькова. И также я надеюсь, что после сегодняшней презентации у студентов появится желание учить французский язык и, может быть, в дальнейшем учиться во Франции.